Это исполнит вашу мечту. 5 вещей, которые воплотят ваши мечты в реальность. 5 вещей, которые помогут исполниться вашим мечтам. Мы привыкли думать, что мечта – это что-то несбыточное, а то, что может сбыться – это цели и намерения. Но что мешает вам превратить одно в другое? По сути, ничего. И вот 5 важных моментов, которые имеют значение для исполнения вашей мечты. Итак, давайте узнаем, что поможет воплотить ваши мечты в реальность. Первое. Делайте свое дело с любовью. Если то, что вы делаете, будет наполнено позитивными эмоциями, любовью, страстью, желанием и прочими позитивными вещами, то вы достигнете намного большего, чем если будете делать то же самое через силу или через «не хочу». Второе. Делайте свое дело, чтобы приносить пользу людям. Если вы будете работать только ради самого себя, вряд ли вы добьетесь многого. Если же вас будет двигать не только жажда денег, но и желание помочь людям, создать или сделать что-то, что принесет им пользу или порадует их, то вы обречены на успех и признание. Третье. Делайте свое дело так, чтобы вы сами получали от этого удовлетворение. И этот пункт нисколько не конфликтует с предыдущим. Важно, чтобы вам нравился и процесс, и сам продукт на выходе как результат ваших трудов. Если вы будете получать удовольствие от процесса создания чего-либо, то вероятность того, что получать удовольствие от результата этого процесса будут и другие люди, очень сильно повышается. Четвертое. Делайте свое дело и не бросайте на полпути. Когда вы что-то начинаете, то вероятность того, что у вас насколько все получится и само случится, крайне невысока. Если же вы будете регулярно, планомерно и постоянно заниматься своим делом, то с каждым разом, с каждым днем, с каждой совершенной ошибкой у вас будет получаться все лучше и лучше. И в конце концов обязательно все получится, да так, как вы и представить себе не могли. Пятое. Будьте терпеливы. Возможно, на пути к вашей мечте вы встретите сопротивление близких людей, которые будут вас отговаривать, зачем вам это надо. Возможно, вы встретите преграды и препятствия, которые могут заставить вас на время опустить руки и упасть духом. Возможно, может случиться что угодно. Но если вы будете терпеливы, последовательны и всегда будете помнить, ради чего вы все это затеяли, то ваша мечта обязательно исполнится. Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.